А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги. И вчера наконец-то стартовал новый проект от сообщества WebToken Profit, который называется 1090. Очень классный проект с очень классным маркетингом, особенно для активных людей, которые умеют приглашать и хотят это делать. Именно такие люди здесь заработают большие деньги, но для тех, кто любит зарабатывать на пассиве, то есть возможность зарабатывать 50% годовых. Но не пугайтесь, потому что депозиты и начисления можно выводить в любое время, то есть заморозки никакой нет, но давайте обо всем по порядку. Итак, переходим на проект. Вот так выглядит главная страничка проекта. Суть в том, что вы покупаете лицензии, открываете себе доступ к стейкингу. Но когда вы покупаете лицензию, вы занимаете место в линейном маркетинге. Под вами будет две линии. Нужно выстраивать под собой людей и, соответственно, тем самым зарабатывать. С первой линии вам будет начисляться 10% от стоимости лицензии с каждого человека, со второй линии по 90%. То есть получается, что все 100% идут в сеть. Давайте посмотрим, какие есть лицензии. Всего их 4 за 30, 300, 3000 и 15 тысяч долларов. Давайте разберем на примере самой дешевой лицензии. Например, вы купили лицензию за 30 долларов, у вас открывается стейкинг. Лимит на такой лицензии максимум 300 долларов. Далее под вами будет две линии. Первая линия 5 человек, вторая 25 человек. Соответственно, с 5 человек вы зарабатываете по 10% от 30, это 3 доллара, и с 25 человек второй линии по 90%. То есть по 27 долларов 25 человек. Всего вы зарабатываете, как когда закрываете обе линии, 663 доллара. Но начисления идут сразу с каждого человека, поэтому вы сразу сможете выводить. Конечно же, я бы советовал, если вы будете здесь активно зарабатывать, вот эту сумму, половину, точнее, потратить на покупку лицензии повыше и так далее, вплоть до самой дорогой. Потому что я смотрел за вчера, лидеры здесь уже пили лицензии даже по 3000 долларов и зарабатывали за сутки более чем по 10 тысяч. Это потому что у них большие команды и они активно здесь работают. Всего, если вы по одному разу позакрываете каждую лицензию, то в сумме вы сможете заработать более 52 тысяч долларов. Но, конечно, если вы, например, на 4 лицензиях, пока вы доберетесь до 4, то первая может уже закрыться несколько раз, поэтому заработок здесь может быть намного больше. Далее, вторая лицензия за 300 долларов, лимит стейкинга до 3000, под вами первая линия 4 партнера, вторая 16. И уже по прохождению зарабатываете 4170 долларов. Третья лицензия за 3000 долларов, лимит стейкинга до 20 тысяч. Под вами 3 партнера, вторая линия 9, заработок 22500. И четвертая лицензия за 15 тысяч долларов, лимит стейкинга 150 тысяч. Под вами 2 человека, вторая линия 4 человека и заработок 43500 долларов. Вот такие лицензии. Вы можете зарабатывать либо активно, либо просто покупать лицензии и зарабатывать в стейкинге на пассиве. Давайте я зайду в кабинет, покажу вам, как там пополнить и поставить, например, стейкинг или купить лицензию. Конечно же, вчера я уже лицензию купил, поэтому я вам покажу только в теории. Вот такой здесь кабинет. Он очень простой, довольно понятный интерфейс, и я думаю, что разберется здесь каждый. Итак, для начала нам нужно пополнить баланс. Для этого нажимаем кнопочку «Пополнить». Далее выбираем валюту Raido, USDT, Perfect Money и VEC. Raido и VEC – это внутренние токены экосистемы WebToken Profit. Я пополнялся в Raido, поэтому покажу вам, как это делать. Тем более, что в Raido сейчас выгоднее пополнить. Итак, выбираем RA, нажимаем «Далее». Теперь копируем адрес вот этого кошелька. Далее переходим на биржу CoinGalaxy. Если у вас здесь нет Raido, его можно здесь спокойно купить, ничего сложного нет. Далее вот напротив Raido нажимаем вывод. Тут выбираем Tron TRC20. Здесь мы прописываем количество, например, 2 Raido, но нам 2 нужно, например, в кабинете. Поэтому выбираем
2 и 1 райду, в кабинет придет 2 райду, 0,1 райду комиссия. Тут вставляем адрес кошелька, который мы скопировали. Далее вот тут прописываем вот эту капчу, нажимаем вывод. Далее вам на почту придет письмо с кодом. Тут откроется поле, куда нужно этот код вставить. Вы его вставляете и подтверждаете платеж. Далее идете на проект 1090 и нажимаете «Оплатил». Это все может быть не сразу. Я, например, вчера ждал минут 10, пока мне пришло письмо на почту с кодом, поэтому может быть задержка. Ничего страшного, в любом случае все придет, так что переживать не стоит. Так, после того, как вы пополнили баланс, вот здесь у вас будет райдо. Далее тут вы сможете купить лицензию. Как видим, у меня за $30 лицензия уже куплена. У вас будет вот тут вот зеленая кнопочка «Купить». По-моему, он там будет писать, но не важно. Впрочем, все понятно. Вы нажимаете и покупаете лицензию. Ничего сложного нет. Далее, если вы активный человек, сможете под себя вот тут уже выстраивать партнеров. Вот первая линия 5 человек, и под каждым из них еще должно быть по 5 человек. Это либо они будут тоже приглашать, либо будут им переливы от вас, если вы будете сюда приглашать много. И вот с первой линии, как я сказал, по 10%, со второй с каждого по 90%. Очень классный маркетинг, продуманный и очень-очень прибыльный, особенно для активных пользователей. Но если вы хотите, например, зарабатывать на пассиве, то вы покупаете лицензию, далее пополняете баланс, сколько хотите ставить на стейкинг, потом нажимаете стейкинг и здесь уже выбираете либо в райду, либо в бэках. Но в любом случае начисления идут в райду. Выбираете кнопочку «Инвестировать». Вот как видим, у меня лимит $300, потому что лицензия только за 30. Поэтому максимум я могу, например, 20 райдов поставить на стейкинг и нажимаю «Инвестировать». Все. Теперь мне каждую секунду будет идти заработок по процентной ставке 50% годовых. И в любое время я смогу забрать как прибыль, так и депозит. Как я и сказал, еще раз повторюсь, здесь ничего не замораживается. Это тоже огромный плюс проекта. Вот, так что для пассивщиков здесь тоже есть место. И также после того, как вы купили лицензию, у вас появляется реферальная ссылка, потому что без ее покупки ссылки у вас не будет. Вы ее можете копировать и уже далее распространять в интернете и строить свою команду. Вот у меня пока что только один человек, который тоже не активный пока что. Также для вывода средств вам необходимо будет зайти в раздел «Настройки» и там подключить двухфакторную аутентификацию. То есть установить на ваш смартфон Google аутентификатор, на который вам будут приходить коды. Это все сделано для безопасности. Двухфакторку нужно подключать в каждом проекте сообщества WebToken Profit. Я участвую пока что только в 3 проектах от сообщества, и в каждом у меня она там подключена. Это тоже, я считаю, плюс, потому что у злоумышленников меньше шансов сломать ваш кабинет. Ну что ж, как вы видите, маркетинг очень классный, очень прибыльный, но, как я сказал, я считаю, что именно активные люди здесь будут зарабатывать большие деньги, а по пассиву, в принципе, заработок тоже хороший, потому что в теории райду тоже будет расти, и, соответственно, можно будет зарабатывать не только 50% годовых, а еще и на курсе токена. Плюс, если смотреть, то по внутреннему курсу сайта райду 1 стоит $15, то есть для покупки за $30 лицензии нам хватает всего 2 райдо, а на бирже он стоит сейчас намного меньше. Давайте посмотрим, потому что сейчас именно выгодно покупать через биржу. Если вы, например, будете пополнять через Perfect Money напрямую, да, так возможно проще, но вы заплатите $30 плюс еще комиссия Perfect Money. А если вы будете покупать райдо на бирже CoinGalaxy, давайте возьмем валютную пару райдо USD, то один райдо на бирже на данный момент стоит 7,99. Но за один день курс может резко поменяться, потому что сегодня, вот смотрите, на глазах прямо 8,18, сразу чуть подрос. В любом случае, здесь вы покупаете, например, на $20 плюс на комиссии. Ну, $20, я считаю, хватит вместе с комиссиями. Пополняете 20 райдо, и здесь уже у вас инвестиция на 30, то есть получается $10 экономите. В любом случае ничего сложного нет пополняться через биржу, я вам все это показал. Так что если заходите, то покупайте райдо на бирже, пополняйте, так вы сэкономите 10
долларов. Ну что ж, на этом, наверное, все. Это такой первый обзор проекта, ссылка на который будет в видео в описании. Видео будет по проекту еще, конечно же, не одно. Также будем смотреть, какие будут результаты, что будет намного интереснее, чем просто обзор кабинета. Ну что ж, на этом все. Вы были на канале «Интернет и деньги». Всем удачи и профита, и до новых встреч!